Мы приветствуем Елену, интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Отлично. Я даю команду тонкой заложникам. Сканер сканирует все 7 тонких тел Елены, находит все. Вокруг всех ее тонких тел оболочка, как шар какая-то, то есть они внутри. Хорошо, я даю команду на счет 3. Эта оболочка до последнего микрона отключается и выходит из ее биополя. 1, 2, 3. Получается, она вокруг биополя, и она вот светит, и этот свет она сдерживает энергией ее. Я понял. Вышла оболочка? Да. Отправляю в клетку-тюрьму. Готово. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Елены под ногами. Сканер сканирует все 7 тонких тел Елены, находит все. Чисто. Хорошо, выстраивает этой оболочки канал к ответственному 1, 2, 3 и притягиваю. Где бы он ни находился на счет 3, 1, 2, 3, стоит в клетке тюрьмы. Это гуманоид. Отлично. Снимаются все маски, голограммы. Представь, на кикитку бросил. Ну что, гуманоид? Ты думаешь, ты тут беспредельщик, будешь ходить по вселенной и делать по галактике, делать свои черные дела? А я говорю, это не так. Формирую шар арго и бросаю ему в морду. 1, 2, 3, удар. Нельзя ему этот шар. Сжечь можешь. Да я и хочу тебя сжечь. Ты, паразит, пришел убивать человека? А я имею что-то против этого, и не только я. Откуда ты, сущность? Он говорит, что эта накидка собирает ангельские энергии, и потом он их перерабатывает. Они чистые, их можно на все, что хочешь, переработать. Все, что хочешь, можно сделать. А кто тебе давал согласие на это? Кто тебе давал согласие на сбор ангельских энергий? Ты хочешь, чтобы я тебе дал поток ангельской энергии сейчас? Я хочу посмотреть, как... Нет, в чистом виде ему нельзя. Вот, в чистом виде ты ее получишь. Откуда ты пришел? Я здесь с вами по соседству, Сириус. Гуманоид, Сириус, ловец душ. Нет, энергии да. Я собираю. А я проверю. Ты не представляешь, какие у меня есть возможности проверять. Если ты думаешь, что перед тобой стоят жалкие людишки, так ты... Я не обманываю. Я вижу вас. Не знаю, что ты видишь. Я даю команду тонкой копии Елены спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную и патогенную энергию, низкую вибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Выстраивается канал к гуманоиду, выстраивается канал к оболочке. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены, низкая вибрационная энергия, откат всех негативных программ, негативных мыслей, форм. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Елене. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается назад. Но к нему нету, ничего не идет, канал есть, но ничего не идет. А вот к оболочке возвращается. А он ее снять потом хотел. Наполнить и снять. Угу. Меня не интересует уже, что ты хотел, потому что ты уже здесь. Надо было раньше думать. Сколько ты находился в ее биополе? Несколько часов всего, 10. Как ты зашел? Как зашел? Бросил оболочку и все. Понятно. Как накидка, она обтекаемая. Он говорит, что если бы она визуализировала Меркабу, я бы не смог ее пробить. Обращаем внимание Елены на Меркабу и важность установления этой защиты. Готово. Для... Все. Хорошо. Установили фильтры золотой сеточкой и в порядке реверса. Елена забирает от гуманоида и от этой установки яйца ей назад. 1, 2, 3. Пошел процесс. То же самое. От него ничего не идет. Угу. От оболочки энергии возвращается. Понятно. Готово. Включаю Елене внутренний белый свет. И на счет 3 Елена выдавливает из себя все негативные, патогенные, остаточные энергии, которые остались на чистоте этой оболочки и гуманоида. 1, 2, 3. Выдавливается все и формируется перед ней в шар. Слово идет ложные энергии. Ложные энергии. Хорошо. Готово.
Открывается портал в галактическое ядро под этим шаром, он уходит на переработку. Закрываем, опечатываем, растворяем. Хорошо, я даю сканеру команду на контрольную проверку. 1, 2, 3. Пошла проверка. Зеленый. Хорошо, я прошу Ли выйти на связь. Слушайте. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, гуманоид Сириус 10 часов сидел, оболочка. Отпустите его. Хорошо, гуманоид. Первый и последний раз я тебя отпускаю, я тебя предупреждаю. Если я повторно с тобой встречусь, ты никуда уже не уйдешь. Все понятно? Да, ему понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте гуманоида 1, 2, 3. Оболочка остается, гуманоид уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Под оболочкой открывая портал в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, будем возвращать вас и переходим сразу к вашей квартире. И до своей энергии вибрации возвращаем тонкую копию Елены в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от Елены. И квартиру ты видела. На счет 3 ты стоишь перед ее входной дверью. 1, 2, 3. Да, я здесь. Клетка на кухне установилась. Хорошо. Кто у нас? Арахноид. Красный дракон. Рептилоид. И сколько? 2. 2 грея. Хорошо. Кто еще? Еще один арахноид. Маленький. И еще один арахноид. Номер 2. Хорошо. И черт. А как же без него? Считай герцовку. Без меня никак. 5. И считай, пожалуйста, у красного дракона цифры над головой. 506. Хорошо, граждане тунеядцы. Встретились. Вы ожидали нас? Они не тунеядцы, они на работе. А, вы не на работе. Точно, конечно, да, вы работаете. Причем 7 дней в неделю. Хорошо, арахноид, как долго ты находился в этом доме? В этой квартире? 3 года. Красный дракон, сколько ты находился в этой квартире? Подожди, вот этот маленький арахноид, это его потомство уже, которое отщепилось и работает само по себе. Так быстро отойдем. Да, красный дракон. 1 год и 2 месяца. 1 год и 2 месяца. Рептилоид с Грэмми, как долго вы находились? 6 месяцев. Понятно. Второй арахноид, понятно. Он с мамой там пришел. И черт, ты, как долго ты находился? 4 месяца. 4 месяца. Из портала пришел? Да. Хорошо. Так, все процедуры знают. Сейчас начнем с того, что арахноид выходит и собирает все, что он оставил в этой квартире. Всю свою паутину, потомство, если таковое есть, собирает, возвращается назад и докладывает мне о готовности к проверке. Всех, кто проходит проверку, уходит первый раз на свою чистоту. Если я второй раз их с ними встречаюсь, я уже не такой дружелюбный. Приступаю, арахноид. Второму тоже дай команду. И второму арахноиду даю одновременно команду. Он точно так же выходит и собирает все, что он оставил. Всю свою паутину, наследство. Если я что-то найду, я сожгу. Как и то, что я найду, так и ответственного. Приступаю, арахноид. Номер 2. Значит, маленький он в комнате с гитарой по потолку собирает, а большой в шкафах. Понятно. Хорошо, ждем, пока они все соберут. В комнате стиральная машина где стоит. Они любят эти места. Спокойные, чтобы им никто не мешал. И теплые. Да, арахноид? Готово. Хорошо. Так, арахноиды оба. Я запрещаю вам больше входить в эту квартиру, я все буду закрывать. Найдите себе новое место обитания. Вам это понятно? Да. Хорошо. Открывается наверху портал на частоте арахноидов. 1, 2, 3. И оба арахноида уходят в этот портал, забирают все, что они с собой принесли. Готово.
Закрывай, печатай, растворяй. Красный дракон, выходи, вытаскивай, снимай все, что ты оставил в этом доме, все свои конструкции на потолках, везде. Возвращайся и докладывай мне о готовности. Здесь кухня? Да. А вся стена с двумя окнами. Угу. Начиная от угла и в сторону, где стол стоит. Вот эта стена. Вижу. Она портал. Космический причем. Оттуда он пришел. Угу. Ты видишь этот портал сейчас? Да. Открывается под ним портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Этот портал уходит на переработку. Вместе с ним фантом портал уходит, все наночастицы. Все, на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрываем, опечатаем, растворяем. Хорошо. Готово. Ждем дракона. Дракон снял. Хорошо, коридор дракон. У него и кухня. Коридор и кухня была. Ну, коридор там фанил конкретно. Хорошо, красный дракон. Ты больше в эту квартиру не приходишь. Я все буду запечатывать. Если попадешься второй раз, накажу. Понятно? Да. Открывается наверху портала против часовой стрелки на частоте красного дракона. Красный дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Платы были у него. Готовы. Я понял. Угу. Отлично. Хорошо, Грей, выходите, вытаскивайте все, что вы установили. Ничего не забывайте. Рептилоид контролирует их работу. И докладывайте о готовности к проверке. Да, какая была цель эксперимента, Грей? Сбор энергии не было эксперимента. Ага, то есть в спальнях у них. В спальнях по ночам и днем сколько можно забирали, да? Да, ток энергии, переработка. Человек чувствовал слабость? Как это? Они говорят, без ног к концу дня. Без ног к концу дня. Ну, довольно хорошее знание нашего языка. Точно описано. Хорошо. Меньше слов, больше дела. Да. Рептилоид записывает такие выражения. Ну что, развивается? Все верно. Еще дам тебе один совет. Под лежачий камень вода не течет. Слышал такую пословицу? Знаешь, не понял она? Смысл. Вот, объясняю тебе. Если камень лежит, то под него вода не течет. Камню нужно двигаться, нужно что-то делать для того, чтобы вода прошла под ним. Понимаешь? Хороший смысл, только камень не двигается. Вода может смывать камень. Вода может смывать камень. Ладно. Хорошо, я прошу рептилоида и Грея больше не приходить. Ты неправильно сказал. Объясни. Капля... Камень точит. Это совсем другая пословица. Она означает... Я подумаю. Это периодичность этих капель, она может сделать из камня острую какую-то структуру. Это другая совсем пословица. Посмотри, под лежачий камень вода не течет, и ты узнаешь его значение. Хорошо, посмотри, какой у нас развитый рептилоид. Отлично. Я прошу вас все равно больше не приходить в этот дом. Мы договорились, да? Я знаю другие высказывания с разных миров. Ну, дай мне еще какой-то... Очень много совпадений. А в принципе, они даже логично можно объяснить эти совпадения, потому что все наши действия как-то очень похожи. Где бы мы ни находились во Вселенной, какие-то определенные позывы, мотивы, мотивации, разные осознанности, все это... В принципе, абсолютно нормально для нашей галактики, как я полагаю, даже для всей Вселенной. Он хорошо. Говорит, я понял смысл. Понял, да? Твоего высказывания. И я хочу сказать... Да. Я хочу ответить тебе. Не потопаешь, не полопаешь. Вот приблизительно так можно... Абсолютно верно. И эту пословицу, которую я назвал, охарактеризовать. Молодец. Хорошее знание нашей земных пословиц. Хорошо. Развивайся дальше. Будешь продвинутой в своем мире душой. Хорошо. Вы все равно. Возвращаемся к нашей теме. Рептилоид. Грей, вы готовы уходить?
Готовы. Открывается наверху два портала. Один на частоте рептилоида. 1, 2, 3. Один на частоте Греев. Рептилоид уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. Грей уходит на свою частоту, забирает все, что они принесли. Закрывая, печатая, растворяя. Готово, рептилоид. Еще хотел с тобой пообщаться. Ну, я понимаю, нам надо работать. Готово. Хорошо, отлично. Ну, черт. Ты тут хозяйствовал, да? Ты тут главным был. Оказывает хозяйство. Много у него здесь. Ладно, хорошо. Давай сделаем следующим образом. Первое. Ты сейчас выходишь, собираешь все свои комочки, одеялки по всей квартире и докладываешь мне о готовности к проверке. Второе. После этого ты мне показываешь все порталы, которые открыты в этой квартире. Я подхожу их и закрываю. Третье. Собираю весь негатив в этой квартире и отдаю его тебе в дорогу. Устраивает? Договорились. Давай начнем с первого пункта. Выходи, собирай все свои комочки, одеялки. Ничего не забывай. Возвращайся в клетку-тюрьму. Надо в припрыжку побежал. Ну а что? Он столько не соберет за все свое пребывание негатива, сколько я ему сейчас соберу. В кладовку он не лез, там арахноин был. В детской комнате у него много. В игрушках копается. Под кроватями. Одеялки снимает. А на детях ничего не установлено? Говорит, не трогал, одеялки только есть. Одеялки забирай, потому что это все сейчас будет гореть. Тебе они не нужны, ты все равно получишь больше, чем ты хотел и рассчитывал. Он все собрал. Хорошо. Давай, пошли по порталам, по квартире показываю порталы. Приступаем. Он бежит в спальню. Угу. Большой кровати и маленькой. Окно. Ты видишь портал? Да. Под ним открывается под окном портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Засасывает туда этот портал вместе с ним фантом. И все наночастицы уходят на переработку. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Пошли дальше. На дверь. Под входной дверью внизу открывается портал в галактическое ядро и засасывает туда этот портал, фантом портала, наночастицы. Все уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Пошли дальше. Здесь, я не понимаю, это коридор, по-моему, такое узкое зеркало от потолка до пола. И черт, он открывал там портал, он смотрелся без конца туда. Хорошо. Это как столб идет или как? Да, он наполнен его энергией, черт. Это не портал, но там много негатива. Хорошо. На счет 3 открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. Под этим столбом все засасывается, уходит на переработку. Все фантомы, наночастицы, все на переработку, чистую первичную энергию носится. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Идем дальше. Есть что? Есть кухня. Самый угол внизу. Хорошо. В этом углу внизу открывается портал в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрываем, опечатываем и растворяем. Это его любимый портал. Ну, найдешь себе новый, без проблем. Готово, больше нет портала. Хорошо. Возвращаемся к клетке. Все вместе. Я даю команду на счет 3. Все, до 100% собирается. Готово. Под космическим, открывая портал в галактическое ядро, он уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Второй большой шар. Большой. Черт, забираешь? Да, он забирает. Отправляй. Там детские черт. Визги, крики, писки какие-то. Все, что он любит, отправляй ему. Собрал бы ты сам один такой шар? Нажрался, говорит я. Ой, отпускай скорее. Хорошо, готов уходить, все. Открываю внизу портал на частоте против часовой стрелки, на частоте черта 1, 2, 3, и черт уходит, забирает все, что с собой принес, уходит на свою частоту. Закрываю, печатаю, растворяю. Распирает там. Ну, понятно, у нас же там в обморок были, падали некоторые. Готово. Отлично, из того огненную пентаграмму. Клетка пустая? Да.
открывая под ней портал в галактическое ядро, и она уходит на переработку. Есть. Отлично, Вера. Мы закончили? Да. Переносимся к входной двери квартиры 1-2-3. Готов. Отключаемся от квартиры и поднимайся в свою комнату диагностики. 1-2-3. Пошел прием. Да, я на месте.